Меня зовут Аня, мне 19 лет. Начала употреблять и наркотики сразу. Колоться начала 12 лет. Когда я была совсем маленькая, я ходила в храм, у меня православные родители, все православные родственники, но это меня не удержало. Я отошла от храма, отошла от церкви, начала употреблять наркотики. Употребляла наркотики я 7 лет. Остановила уже. Ну, я дошла до кондиции. Мне уже отец сказал, что еще 2 месяца тебе, и все. Были такие ситуации уже, что друзья умирали довольно-таки молодые, которым 20-25 лет. Парни, девушки тоже просто от передоза. Больница ничего их не спасала. Те, кто мог спасаться, ну, они пытались, но им это ничего не помогало. И я была тоже и в больничках была. Но там уже не такое отношение. Только здесь я уже... Попавши сюда, парень с моего города, он исцелился тоже. Через Ростов без наркотиков он исцелился от своей зависимости. Рассказал моей матери, встретил ее в храме. Меня он знал, что я наркоманка. И вот он пришел ко мне домой, поговорил со мной. Через некоторое время меня мать уговорила уже хотя бы ради меня поедь туда. Вдруг получится у тебя. Тоже. Вроде бы как в храм же ходишь, все родственники у тебя православные, люди хорошие, они тебе помогут. Я приехала сюда на реабилитацию. Здесь девочки меня день и ночь поддерживали, они сидели со мной. У меня были жестокие кумары. Мне было очень плохо. Первые 2 месяца я вообще практически не спала. То есть, если я была в больничке, там со мной 3 дня, мне покололи побольше дозу. Чтобы я спала просто, потом уже кололи, как и всем одинаково. И внимания там такого не уделяют. Здесь человек с тобой находится день и ночь, за тобой все время присматривает, с тобой разговаривает. Молитва, чтение Святого Евангелия мне очень помогло это все. Только здесь я поправилась и начала трезво размышлять о своей дальнейшей жизни. И здесь я поняла, что не все потеряно. До этого я уже жила одним днем. Я уже знала, что скоро моя смерть просто прожигала свою жизнь. Отца довела до инфаркта. Вот. За что сейчас очень раскаиваюсь. Ну, здесь на реабилитации я набрала много веса и получила много здоровья, поэтому теперь я смогу зарабатывать хоть не умом, зато физически. И приеду домой и буду помогать всячески своим родителям. И они ни в чем мне не будут нуждаться, потому что у них теперь есть здоровая дочь.